Вспоминаются какие-то очень интересные моменты из жизни, когда мы судили вместе. Он был главным судьей, я линейным судьей. Это было очень интересно, когда он начинал судить. Он говорит: знаешь что, Саш, я, говорит, английский не знаю, мне надо номера надо как-то выучить. Я говорю: слушай, говорит, это единственный момент, на руке их написать. Он говорит: как в школе раньше. Я говорю: вот именно, говорю, как в школе. Взял ему, написал на ладошке, и мы там ездили. Он говорит: я когда буду где-то кого-то удалять, ты подъезжай ко мне, если что, поможешь там по-английски. Я говорю: ну ладно. То есть это было так. И как раз этот первый турнир был для меня международный. Мне было очень так, ну, неожиданно и приятно, что главный судья так относится ко мне. Ну и нужна ему помощь моя. Это вошло как бы в мою память. Ну а так, потом уже по жизни. Это, конечно, когда он стал президентом, там уже немножко другие были отношения, пожестче немножко. Вот. Но все равно так или иначе, в какие-то моменты, когда было хорошее настроение, когда игра проходила хорошо, мы встречались, ну, вспоминали что-то, что было раньше, ну, было достаточно интересно. И, ну, и потом уже в дальнейшем, когда он отошел здесь от дела, мы все равно перезванивались, он интересовался, спрашивал, как там судейство, как что. То есть так было, достаточно плотно с ним сотрудничали. Анатолий Федорович, скажем так, тот человек, кто мне дал шанс в тренерской карьере, да, это первое, за что я ему очень сильно благодарен, за его терпение, веру в людей, за его профессионализм. Человек, который умел, знал, чувствовал, собирал игроков для команды в чемпионстве, тогда «Авангарда» его была очень большая заслуга. Всегда с ним поддерживали очень теплые отношения до последних дней его. Вот. Не увиделись на чемпионате мира, он обещал приехать, но не смог. Поэтому, ну, моя семья, все мои знакомые, с кем мы раньше играли, очень скорбят. Да, уважение, прежде всего, как профессионалу, как человеку. Он какой-то прорыв сделал вот именно в этой работе менеджеров, всех селекционеров, всех тех людей, которые относятся и отвечают за результат, он воплотил. И ведь до Анатолия Федоровича все было в руках главного тренера, а здесь уже как бы новая формация пошла, где очень большой вклад делает генеральный менеджер, который подбирает контингент и тренерский, и, конечно, исполнительный хоккеистов. Я думаю, что как раз Федорович, он все это мог воплотить, и от этого и результат –